Вот вам первый улов. Есть. Ух, какая мелочевка же. Там пипец какая-то. Такой, ребяточки. Не маленький. Друзья, всем привет! Сегодня, короче говоря, приехали мы с Женьком на рыбалочку. Женек. Вот. Приехали мы на реку Дон. Но добирались мы сюда очень трудно. Почему? Потому что все подъезды, все берега огорожены либо забором, либо перекопаны вовсе. Просто перекопаны подъезды, вкопаны столбы деревянные. Я не знаю, где тут закон. Мне кажется, закона тут нет, тут одни понятия. Ну ладно, будем смотреть. Надеемся, мы без всяких казусов, инцестов, происшествий произойдет все у нас. Порыбачим, будем ловить с лодки. Вот, сейчас надо будет найти груз. Груз мы забыли, но думаем, вот тут пятилитровки валяются. Ну тут мусора просто, я, если представите, сколько, посмотрите, офигеете. Вот смотрите, просто бах, бах. Вот люди отдыхают. Ну, короче говоря, сейчас накачиваем лодку, выдвигаемся, что будет, смотрите дальше. Ну что, начинаем собираться. Берем все по минимуму. Самое необходимое — это что? Садок, спиннинги, прикормка, веревка для грузика, ну и еду. Пипец. О, самолеты летают. Видно, нет, не знаю. Кукурузник. Жека, короче, набил 5-литровку и 2-литровую бутылку песком. Думаю, нам хватит. Ребят, если вы попадали в такую ситуацию, когда нету груза, ну просто забыли его, как справлялись с данной проблемой? Мы вот такую придумали. Вот она, красота донская, ребята. Вообще просто бомба. Река мощь. Еще не купалась эта лодка в донской водичке-то. Тут вообще вон ребята отдыхали. Зацените, что замутили. Просто у них, видать, тент тут был самодельный. И коробочку оставили из-под пиваса. Обязательно это. Вот наши груза на сегодняшний день. Ух, не, блин, нам хватит за глаза, мне кажется. Все, для Инстаграма фоточку запиливаем. Короче, ссылка на мой Инстаграм в описании. У кого есть, подписывайтесь. Так, ну что, вроде встали на якорь. Хотя, конечно, не очень уверенно. Якорь наш стоит. Ну ладно, попробуем сейчас. Сейчас я развернусь в ту сторону, буду рыбачить. Да, ветрюган, конечно, я не знаю, как нам даст ловить. Вон они. Ползут червячки. Вон ветрище. Ну,
Еще раз. Еще раз. Еще раз. Мелочевка дербанит. Стоп. Оп, есть. Ух, какая мелочевка же. Там пипец какая-то. Шик, я не знаю, что это, но это не мелочевка, я тебе скажу сразу. Прям нормально. Епо. Их. Что там? Судак. Судачок. А ты не брал судака, да? Ничего, для судака ничего не брал. Но его надо отпускать. Вот вам первый улов. Крупный судак. Пипец. Просто красавчик. Плыви. Блин, ну все, главное, чтобы теперь якорь не подвел. Мне уже нравится. Так, еду из-под ног уберем. Кормушку ничего не забивал еще. Думал, ну, попробовать. И сразу судак клюнул. Глянь, что, а? Пробуем с кормушечкой. Блин, червяка насадил мало, ну ладно, сейчас просто неудобно. За двумя, чтобы лезть неохота. О, клюет опять. Опять поймал что-то. Я не знаю, что это такое. Но главное... А, не, не поймал. Наклевало сразу, прям на забросе. Нет, тогда пока что кормушку не будем забивать ничем. Чё от нее толку? Ну клюет сразу, блин, прям. Только закинул. Да? Не, по-моему, нет. Да. Сейчас будем пробовать бойлы. Блин, не взял я такие, а нормальные бойлы. Сейчас ради интереса, будет вот судачок ловиться таким? Какой-то зацеп был. И что-то тянул за собой. А, не, ничего. Главное, чтобы не оторвать крючок. Нормально. Но рыбы нет. Короче, сейчас я сделаю, как делал на последнем видео, когда мелочь меня атаковала. Видео сейчас уже рендерится и скоро будет на канале, ребят. Когда вы это смотрите, оно уже по-любому на канале. Вот там меня атаковал мелкий забан, ну проскакивал, конечно же, и подлещик. Вот. И чтобы мелочь не сбивала, я червяка закрывал кукурузой в конце. Ну, более-менее хоть держалось. Сейчас попробую сначала посмотреть, кто там у нас клюет, кто там у нас долбит так безостановочно. А потом уже попробую той же тактикой. Так, что, кормушку забиваем? Все-таки надо приманивать крупную рыбу. Но я считаю так, если есть мелкая, то должна быть и крупная, да, Жень? Значит, мы место выбрали нормально. Просто ждем результат. Точнее, не ждем, а работаем на результат. Всем встало. Опа, удар. Опа, удар. Блин, хороший удар был. Еще удар. Давай, что-то по одному. Блин, так тихо клевало. Но вот кормушка не всплывает или всплывает? Всплывает кормушка. Так, не-не-не, это невозможно. Вот что с червяком происходит. Его сразу съедает. Сейчас надо отбивать эту мелочь, либо... кукурузой, либо по-хорошему вообще бойлы насаживать на веревочках, которые их более, наверное. Мне кажется, крючочек поменьше. Чувствую, как мелочь долбит, но
не повластная ей кукуруза. Так, короче, мелочь атаковать продолжает, поэтому решил попробовать отбить ее. Вот этот клубничный бойл, не бойл, я не знаю, как это назвать, короче, херню на веревочку. Бойли, оснащенные бойли. Вот так вот надеть просто. Где тут веревочка-то? Красная, не видать ничего. Ну, да. Ну попробуем, что. Вот так вот. Что будет. Как всегда, камеру выключаем, клюют гибриды, душманы, караси. О, эх, глянь, уже глянь, в дугу спинит. Я тебе отвечаю, это очень, очень хорошее что-то. Ага, ракушечка. Что-то очень хорошее было. Ракушка. На бойлике тишина, пробуем бутербродик. О, Жека тащит рыбу. Рыбу поймал. Страшно тащить. Я тащу просто, она так сопротивляется, там, не знаю. Да. Вот, вот, видишь? Опять бьет хорошо. Не, ну это точно рыба, это рыба. Это рыба. О. Это уже забанчик такой поинтересней. Таких можно и брать, да, на сушку? Ну да, таких вот можно и брать. Такой приятный. Да его сейчас крупного, блин, хер просушишь, он завоняет быстрее. Такие только можно сушить. Что там? Прешь? О, слушай, да хороший, блин, сошел какой. Ну хороший был, такой даже покрупнее, чем этот. Вот так вот. Да, чистище так. Ха-ха, кстати, ребят, у нас сегодня у Женька крайняя рыбалка в статусе холост. Следующая уже будет в статусе женат. Как ты, Женек, нервничаешь перед событием? Понимаю, что... Как должное, да? Не перепутаемся с тобой? Нет. Блин. Нихера себе, я зацепил что-то. Блин, ты видел? Да. Оторвало. Прикинь, я жестко что-то зацепил, я тебе отвечаю. Ну подсёк я что-то. Блядь, это же было что-то, блядь, на пару кило как. В натуре. О-о-о! Два! Смотри, и карасик. Смотри на этого карасика, блядь. Да. У тебя прясно есть тогда? Ну, в машине есть. Ну, мы можем с тобой так же, когда... Ну блин, так дербанило. Не сильное что-то, но есть, идет. О, там. Хорошо. Сейчас мы подальше закинем, чтобы крупная рыба клюнула. О, вот такая вот крупняк, такой вот ловится. Тащу, съеб, это рыба же. Рыба? Да. Хорошая, да, что-то клюнуло? Да, тут как вытащить. Ну поднимай потихонечку. Она у меня тоже клюнуло. О, у меня тоже бьется. Смотри, что за рыба-то? Ух ты, ни хрена себе. Жек, подними, ух ты, сазанчик, сазанчик. Жек, подтягивай сюда. Ах, карась, блин. Аккуратненько, поднимай вот так.
Хороший карась. У меня тоже там что-то сидит, что ли? А, не, уже не сидит. Эх, какой карасик. Вот этот хороший, конечно. Базару нет, да, ребят, зацените. Так, блин, слушай, а что ж я там тащил? Интересно. А, у меня там тоже сидит до сих пор, глянь, карасик. Караси подошли, глянь. Ну, этого мелкого можно отпустить, а того уже, я думаю, можно оставить, да, Жень? Вот ты глянь, а. Бой сработал. Бубничный. То мы отпускаем, а этого мы оставляем. Сейчас попробуем все-таки это, пока, может, клев там, не клев. Нифига ничего нету. Сейчас я вытащу вторую, которую на бойлы. Тут еще параллельно вторую закинул на бойлы. Все-таки приехали мы как бы с целью посмотреть и попробовать поймать сазанчика. Но его нет пока что. Поэтому надо пробовать. Закинем чуть подальше. Натяжечку поставим. Все, вот так вот. Эй, стой. Садок нельзя выпускать, иначе сразу нас сносит течение. Так вот, две удочки стоят, значит, ждут своего звездного часа. Женьки аж катушка скрипит. Тащит что-то. Тащит, тащит. Что там, блядь, карась опять? Ага, карасик. Давай, вот такой красавчик. Набоил. Все набоил. Женек уже второго зачетного вытаскивает. Давай сейчас с берега попробуем. С берега хочешь? Да. Блядь, кидаться по-честному, да. Ну что, ребят, короче говоря, выбрались мы на берег, потому как нам показалось, что на нас плывет большой огромный корабль, а это оказался паром, который плыл там. Вот, сейчас попробуем с берега часочек половить лодку, пока помоем, потихонечку соберемся и будем уже отчаливать. Груз у нас выдержал, вот такой вот. Ну, иногда нас подтаскивало в тех случаях, когда... Значит, что происходило? Садок полностью в воду погружался, начинал парусить, и в результате сносило нас. Ну, а так ничего, нормально держался. Сейчас еще попробуем поэкспериментировать здесь. И будем отчаливать домой. Наконец-таки на закидную у берега клюнула. Ну, что-то тащит, что-то идет. Да? Что-то идет. Вот он, вот он. Ух, какой хороший. Ух, какой хороший. Да? Красавчик. Такой, ребяточки. Не маленький. Хороший такой, да. Ломоть. Лопушок. Да, время только нас поджимает. А так бы можно было еще ловить и ловить. До темноты. Потому что поклевочки прям каждые 10 минут, но есть. Ну все, ребят, собираемся мы домой. Время 7 вечера. 8 темнеет у нас уже. Конечно, еще половить бы чуть-чуть. Но поджимают дела, заботы, работы и так далее. Вот, результат, ну что, в принципе, сами все видели, там штук 5 забанчиков более-менее на сушку и 3 душманчика, карасика так называемых. Ну все, друзья,
До новых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.